Огнеборцы Калмыкии провели учения в спортивном комплексе «Айрат-Арена». В региональном центре спортивной подготовки силы МЧС по Калмыкии отрабатывали взаимодействие пожарно-спасательных подразделений с экстренными службами города. Очевидцы отметили высокую скорость реагирования спецслужб и их профессионализм. Главным управлением МЧС России по Республике Калмыкия совместно со службами жизнеобеспечения города Элиста были проведены тренировочные пожарно-тактические учения на объекте «Айрат-Арена». Данный объект был выбран не случайно, поскольку является крупным для проведения спортивных различных массовых мероприятий и имеет очень сложную планировку, что в случае возникновения пожара может привести к травматизму и гибели людей. Цели и задачи пожарно-тактического учения достигнуты в полном объеме. В данном пожарно-тактическом учении были задействованы 8 единиц техники и 30 человек личного состава МЧС России.